Всем привет, друзья, подписчики канала. Находимся мы сегодня в затоне Чапаева. Ветер немного стихает. Волны тоже вроде уже спали. Такого сильного ветра нету. Такая обстановка у нас сегодня. На 2 мая. Вода уже начинает падать. 2 суток у нас здесь не было на этом месте. Сейчас посмотрим, как упала вода за эти 2 суток. Так, друзья, сейчас подходим к метке. Мы ставили метку. Как вода у нас стоит, падает, нет. Сейчас посмотрим. Подходим сюда. Вот, смотрите. Вот эта палочка, которая стоит сейчас, она была у нас в воде, и вода доходила где-то до этого пенопласта. Была вода, даже побольше вот этой бутылки. Получается, за 2 суток вода упала сантиметров на 15, наверное. Все. Россия закрыла Ирклинское водохранилище. Вода начинает падать. Сейчас мы метку подвинем туда поближе, к воде. И завтра сделаем обзор тоже, как вода будет падать или подниматься, насколько она упадет у нас за сутки. Сейчас палочку подвинем ближе к воде, поставим вот так, по кромке воды. Так мы ее поставили, закрепили. И посмотрим, насколько она упадет у нас за сутки. Обзор будет завтра вечером. Посмотрим, как вода у нас падает, на сколько сантиметров в день. Такая красота. Спокойно становится. Ветер утихает. Все, друзья, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.